Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию Пиксельмона, где мы продолжим искать, прокачивать и также пытаться найти каких-то очень крутых покемонов. Но, ребята, перед этим я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь если мы наберем 1200 лайков, то я вам обещаю, то, что сразу же выйдет следующая серия Пиксельмон. Поэтому, ребята, не поленитесь одну секундочку, чтобы поставить лайк, но этот лайк действительно может сделать многое для меня приятное, потому что каждый ваш лайк для меня важен. Ну и в принципе, благодаря этому я выпущу серию намного раньше. Поэтому, ребята, не поленитесь и поставьте. Также каждый подписчик для меня как друг, поэтому я буду очень сильно рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью подписчиков. Я всех вас приглашаю. Ссылочка есть там в уголку и также под видео. Не поленись, подпишись. Я действительно буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем к самому видео. И в этой серии мы наконец-то уже докачаем Дивгонга, также эволюционируем Иви в Желтиона. Я уже не помню, какая это серия по счету, когда я обещаю эволюционировать Иви в Желтиона. Я честное слово, ребят, я забываю. Но все же в этой серии я надеюсь, что я вспомню и не забуду ее эволюционировать. Также мы ее прокачаем Галаде. И в принципе все, мы их выложим и возьмем новую команду и будем готовить новую команду для сражения в каком-то гиме, зависимо какой гим следующий мы найдем, да. Но перед этим давайте мы быстренько расчистим весь этот хлам, все эти предметы, которые у нас есть в инвентаре. Потому что, в принципе, мы действительно много так предметов насобирали и, в принципе, даже очень крутых. Так, ребята, быстренько, это сюда, это сюда, это сюда. А у нас там, кстати, есть, я хотел в другой сундучок ставить. Нехорошо, нехорошо. Это сюда, это сюда. И этого тут нету, значит, это сюда. Все, замечательно, более-менее расчистили. Сейчас мы можем спускаться. Это можем сюда поставить на первое время. И, в принципе, все. Ну что, ребята, куда мы сейчас потопаем? В джунгли, я не знаю. Не знаю, есть ли вообще смысл идти в эти джунгли. Как нам Мью это уже надоело, ребята. Согласитесь, потому что это действительно так. Не спавнится заразена. Ну не спавнится, ну что? Ой, опять куда-то. Не спавнится, ну что нам сделать? Ничего, ребята, только сидеть и колдовать. Мол, Мью, пожалуйста. Я не знаю, как это сказать. Но вообще, спустись к нам, пожалуйста. Где-то с какого-то дерева в джунгли. Она где-то засела и просто-напросто не хочет спускаться. Это не очень круто, потому что сколько серий мы ее уже не можем найти. А знаете что, ребята, куда мы сейчас потопаем? Знаете что, где у нас? Вот сюда, потому что мне кажется, мы тут нормально сможем Дивгонга прокачать. И, в принципе, это получится быстро, ну, я так надеюсь, да? Давайте сейчас посмотрим, сможет ли он вообще кого-то убить. Ой, случайно этим ударил. В принципе, я не знаю, есть ли у него вообще какие-то нормальные атаки, но... Ну, я не скажу то, что он прям очень сильный, но все же может хотя бы кого-то порешать. Ему, в принципе, не так-то и много уровней осталось. 14 уровней, и мы его сразу же выложим, да. Кстати, а тут же могут какие-то крутые шайни заспавиться. А прикиньте, если в этой серии заспавится шайни Белдум. Я прям охренею, если честно. Потому что Белдум, ну, он, в принципе, не редкий покемон сам. Белдум не редкий, но Шайни Белдум это, наверное, один из самых редких покемонов. Нет, ты не убивай, не смей нас убивать. Мы еще должны его нормально так прокачать. О, круто. Ну что, ребята, давайте вылечимся. Быстренько. Смотрите по сторонам, ребята. Если заметите, вообще любого Шайни не должен быть только Шайни Белдум. А вообще любой какой-то Шайни, сразу кричите, сразу орите, мол, Эдисон, там Шайни. Ты его не заметил, ты его пропустил, как ты мог, да? Это кто? Белдум? Нет, не Шайни. Ух, Басяндра? Басяндра это хорошо, почему нет? Басяндра, хоть их... Так, нет, сейчас. Я чуть не понял. Шайни? Босс. Шайни. Шайни босс. Никогда я такого не видел, честное, ребята, слово. Я... Твою мать. Нужно было и убить.
Охренеть, да ты чё, офигел вообще, зараза? Если мы сейчас перекачаем Алтарию... Ещё и Алтарию нужно будет докачивать, твою мать! А, твою мать, Даскстоун. Ну, в принципе, ладно, ничего такого страшного нету, докачаем. Сама суть! Шайни босс! Я такого, если честно... ну, может, вы встречали, ребята, но, если честно, я такого еще не видел, чтобы Шайни был боссом. Это, наверное, редкий случай. А прикиньте, если заспается Мью, но Мью будет боссом. Это вообще охренеть, что будет. Прикиньте, заспается Шайни Мью, которая будет боссом. Ну, просто представьте. Да твою мать, да ты нам дашь когда-то убить. Мне кажется, что я вообще сейчас возьму просто хуй дума и буду хуй думом всех прокачивать. Потому что, как я вижу, что-то Дивгон как-то не дивгонит тут всех. Хреновенько, ты дивгонишь? Говгонг, или как мы его там называли? Как мы его называли таким смешным мимем? Говгонг? Что-то в этом роде, ладно. В принципе, 3000 опыта сойдет. Вот прокакали мы босса, а с этого босса, в принципе, какой, 44 уровень, нифига себе, а, да иди сюда, мелкий паразит, вот, а с этого босса, в принципе, много опыта могло бы выпасть, и мы бы, не убивайте нас, зараза, вот, 2000, вот это другое дело, твою нафиг, рулет, не убивай, пожалуйста, не убивай, мы не можем заменить, да твою нафиг, а, это фигово, потому что он, в принципе, как раз большим таким уровнем был. 17 уровень нам не нужен. 17 уровень. Ты какой? Ты какой? 30. Ну, посмотрим, ребята. Нужно даже вот тут потусоваться хотя бы немного, потому что кто его знает, какой шайни тут сможет заспамиться, да? Фиг его знает. Я, в принципе, как я говорил, мне очень нравится шайни Гулет. Ребята, напишите в комментарии, какой ваш самый любимый шайни. Потому что, ну, Гулет мне все-таки кажется очень даже прикольней. Выглядел бы... Алмазик выпал, нифига себе. И выглядел бы он, если честно, очень даже круто, да. Если бы он у нас был. Но это нужно постараться его найти. Тут есть кто-то. Алмазики, алмазики. Будут еще алмазики в этой серии. Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам еще алмазики. Как ты такой какой-то никакой. Все-таки, мне кажется, сейчас мы быстренько пойдем на остров и там его докачаем до конца этой ночи. В принципе, он у нас уже будет... 50 уровень. Чтобы, ребят, согласитесь, что мы просто не парились тут. Не ходили, не бегали туда-сюда, а засели на острову. Все-таки круто то, что я на пару секунд дольше задержался. Хотя, как я сейчас смотрю, у нас вообще болов не осталось. Ребята, вы в курсе то, что в следующих сериях нам уже нужно будет болы делать, да? Потому что сейчас у нас уже... А хоть, ну, повезло то, что мы словили. Потому что сейчас у нас уже их практически нету. Давайте, шайни, шайни, шайни. Давайте еще, не останавливайтесь, пожалуйста. Роженгролл это, в принципе, прикольный покемон. Потом гигалиф вот этот получится. Это вообще офигенный. А шайни он еще намного круче выглядит. Поэтому даже круто то, что мы ее словили. Ух ты, нифиг, 49. А нифига себе, 49 уровень. Иди сюда. Кстати, у нас есть Кьюбон. Мне кажется, есть, да. Я помню, что что-то, кого-то в этом роде мы ловили. Ух ты, нихрена себе, дым такой заспамилась, я прям напугался. Нет, драпионы, там Болдор, ну, в принципе, ладно. Где твой дружок? А ну, признавайся, где твой дружок Гулет Шайни гуляет? Потому что он нам очень бы даже пригодился, если бы он заспавнился. Будем надеяться, то, что все-таки, может, когда-то нам повезет и заспавнится Шайни Гулет Инферно. В принципе, у него офигенные атаки, Эмбер. Просто тут шанс попадания 50%. Это, если честно, очень мало. Ну, в принципе, у нас есть Flamethrower, значит, Эмбер нам не нужен. Хотя у Flamethrower'а на 5 урона меньше, чем в этого Инферно. Я не знаю, ребята. Это поджигает, и, в принципе, нету смысла, ребята. Не кричите, я не вижу смысла. Просто я не вижу ни малейшего смысла. Эмбер, в принципе, сойдет. Инферно, там очень маленький шанс попадания. То есть, ну, он очень бы редко попадал и наносил бы какой-то нормальный урон. Да, в принципе, то, что Хуйдум наш какой-то багованный. Как вы видели, у Хуйдума есть электрическая атака, да. То есть мы словили Хуйдума, это огненный и темный покемон, который владеет
электрической атакой. Да, это какое-то читерство, но все же мы его таким нашли. Да, поэтому нету смысла. Это что за фигня там бегает? Нету смысла. А, это у новых. Заменять эту атаку, так как она, в принципе, получилась уже баганой, и баганый покемон, поэтому пускай будет. Пускай будет. Эх, здрасте, мордасте. Я когда-нибудь видел 62 уровня? Мне кажется, видел я или нет? Мне почему-то кажется, что нет. Офигеть, офигеть. Я, конечно, буду надеяться, то, что мы его сможем убить. А вот этим... Ну, не скажу то, что... Не скажу то, что... О, круто. 8000 опыта. Нифига себе. Это, конечно, очень много, но поэтому вот этот... Чувачок, который заспавнился 62-м уровнем, так часто не спавнится, потому что если бы он спавнился каждые пару минут, то мы бы прокачивали наших покемонов тоже за пару минут, потому что 62-й уровень — это офигеть как много. Гулет, почему ты не шайни? Подскажи мне, пожалуйста, почему ты не шайни? Нет, нету смысла сейчас атаковать, потому что, в принципе, ледяной покемон против огненного, ну, нету смысла даже пытаться. Мы бы, может, его и убили, но не факт. Да харе уже лечиться, я понимаю, ты там очень такой крутой со своими лечилочками, но дай мы тебя уже запинаем, вот так. Я хотел уходить отсюда где-то 5 минут назад, но я еще до сих пор тут сижу. Ну, смотрите, тут большой уровень заспавнился, то шайни заспавнился, которого, что самое главное, у нас не было, потому что... Нету смысла ловить тех покемонов, которые у нас уже есть, ну, если они, конечно, не шайни, да? Ару нет. Так, тут больше. Ребята, смотрите. Пупок, здрасте. Давайте еще в эту сторону быстренько пробежимся. Ну, кстати, Алтария есть, мы можем... Нет, мне показалось, что тут есть шайни. Алтария тут, конечно, есть, поэтому мы можем полетать, но... Но... Все-таки давайте мы отсюда будем нафиг убегать. Пойдем на наш островочек и будем надеяться, то, что сможет заспавниться Лугия или Кьогр. Но перед этим еще вот этих засранцы. Я хотел вас убить обоих. Не только одного победителя. Хотя, знаете, победитель достанется нам, да, ребята. Кто с них выиграет, будет сражаться против нас. Ну что, больше... Так, мы словили Аноуна, да? И это Аноун. Они какие? Они разные. Тут вниз идет вот это, да твою нафиг. Вот эта линия, а там вверх идет как будто крючочек. Смотрите, ребята, они еще и разные бывают. Нифига себе, я, если честно, даже не знал то, что они еще и разные бывают. Круто сделали, прикольно. То есть в одного покемона есть несколько вариантов его внешнего вида. Это офигеть как прикольно. Так, ну, в принципе, ладно, не будем... Да не хочу я. 7 уровней осталось. Ну, к концу ночи мы, не знаю, вряд ли его сможем прокачать, но все же, если мы сейчас быстренько пойдем на наш островочек, мистический островочек, который... Или даже не на островочек, а в рай покемонов. Ребята, не забываем то, что мы нашли прям офигеть какой крутой остров, где спавнится куча всяких крутых покемонов, куча шайни и куча боссов. Ну, будем надеяться. Я вижу уже шайни, я уже какого-то шайни вижу. Я только что видел какого-то шайни. Вот, кто? Литвик. А у нас есть Литвик шайни? Ну, обычный Литвик у нас 1000000% есть. То есть я помню, он у нас уже давным-давно прокачан. Я это помню. Но если он не шайни, то это будет очень фигово. Мне проще взять его, словить. Если наш предыдущий Литвик окажется шайни, точнее уже Шанделур, уже его последняя эволюция, то мне проще его будет удалить, чем я сейчас пропущу. Согласитесь, ребят, потому что если я пропущу, я не смогу сюда вернуться и посмотреть. Да я понимаю, ты там Дроузи очень крутой. А знаете что, давайте мы, чтобы намного быстрее это все было... Давайте мы хуйдумом прокачаемся, ребята. Это будет намного быстрее и не займет... А, у нас же есть электрическая атака. Почему я парюсь? Ребят, почему я парюсь? Да, я... Во. Пошли нормальные атаки. Вот сейчас, когда я взялся за хуйдума, ты начал мне преподносить новые крутые атаки. Ну, извини, уже не нужно. Я этого Дроузи нахрен сейчас зайду и запинаю... Босики.
или Шайни. Нет, вроде пока что никого нету. И запинаю нафиг, потому что он уже заколебал. Кажется, то, что не друзья, а попугай какой-то. Повторяет каждый раз свое имя. Иди сюда, зараза, где ты? Где ты? Друзья, иди. Желто-жопый, иди сюда. Вот он. Вот он, 20 уровень. Кстати, у нас его нету, в принципе, можно его даже будет словить. Скоро. Шайни зуба. Ну, если кто-то не смотрел, если кто-то только недавно к нам присоединился, добро пожаловать. Ну, в смысле, кто новый подписчик, Шайни зубат у нас уже есть. Я сразу же говорю, чтобы они кричали: Эдисон, как ты мог пропустить Шайни зубат, а ты такой. О, босик. Босик-босик-карабосик. И мяу Шайни. И мяу Шайни. Что очень круто, то, что у нас даже обычного мяута нету. А если нам сейчас получится, то он сразу же станет Шайни. Мяут, пожалуйста, вот он. Пути-мути, иди сюда, левел волл. Залезай. Залезай, не вылезай. Посмотрим, как он не вылезет. Пожалуйста, круто. Это секретная команда, ребята. Если вы хотите словить какого-то покемона, вам нужно сказать секретную команду: залезай, не вылезай. И он больше никогда не вылезет с этого покебола. Если вы, конечно, не знали, то я вам, ребята, говорю. Так, какой дивгонг уже уровень? Я уже хочу его. Не я его хочу, а хочу его уже выложить. Еще 4 уровня осталось. Я вообще-то не в того покемона кидал, если ты не понял. Не в Двибла я кидал, а вот в этого. Моего нового любимого покемона. Не убей нас, пожалуйста, да. А то стал бы ты нелюбимым уже. Так. Персиан! А у нас, кстати, будет Шайни Персиан. Ха-ха-ха-ха-ха. А не обычный. Это будет очень круто. Какой он? 47-й. 47-й. В жопу прям. Нет, не попали прям в жопу. А ну еще раз попали прям. Еще 3 уровня, ребята. Давайте быстренько. Но сюда, в принципе, намного лучше ночью приходить, потому что, я не скажу то, что днем тут есть нормально так покемонов. Как видите, да твою мать, я же никуда не прыгаю, я же в бой вступаю, я не прыгаю, не хочу купаться, да уйди ты, жопастый. Так, кто-то есть? Нет, к сожалению, никого. Сюда действительно круто ночью приходить, потому что, мы тебя оставим, пускай ты тут будешь бегать. О, 47 уровень. Потому что, в принципе, днем тут, нету вообще никаких нормальных покемонов. Нету. Ладно, в принципе, ребята, давайте покушаем. Давайте. Так уж и быть. Да. Так уж и быть. Эволюционируем. А то многие уже подумали: Эдисон, твою мать, ты походу опять про Иви забыл. Но не. В этой серии я ее уже наконец-то эволюционирую в Желтиона. Потому что, знаете, после каждой серии мне кто-то с подписчиков пишет: Эдисон, ты опять обещал эволюционировать Иви в Желтиона, но ты очередной раз забыл. Поэтому в этой серии я уже подготовился. Я себе просто вбил в голову то, что в этой серии 100% нужно Желтиона сделать. Вот он, ребята. Вот он, красавец наш. Красавец. Так, ну что? Кто-то у нас тут есть. Какой-то Шайни. Бластойз у нас тут есть. Здрасте, Бластойз. Здрасте, Бластойз. Всякий тот крутой. Ой, зачем я его бью? Огненной атакой? Не имею понятия. Ну, ради прикола, да? Да твою нафиг. Ради прикола, ребят, это все было запланировано. Это прикол такой. Пошутил, да? Так, сейчас, давайте еще вот этого запинаем. И в принципе, можно отсюда валить. Пока, друзишки. Нам тут больше нечего ловить. Да, уходим мы от вас. Уходим. А уходим мы куда? Уходим. Ребята, куда мы уходим, а? А ну быстро сообразите, а то я пока что не могу сообразить. Наверное, опять вот сюда? Или нет? Или в какой... Ребята, может, другое какое-то новое местечко? Просто я хочу Шайни Галета, я хочу Шайни Белдума. А если вдруг они бы сейчас заспанились, а мы отсюда уходим? Да твою нафиг. А мы отсюда уходим. Как это будет обидно. Но я никого не вижу. Ладно, ребята, дезерт. В пустыньку мы идем. Вот сюда сейчас мы полетаем немного на алтарь. И нам нужно найти саванну. Да, конечно, в пустыне, в принципе, тоже есть спаун легендарного покемона. Но этот легендарный покемон у нас уже давно есть. Кстати, когда мы словили вот этого Гроудона? Мне кажется, уже давно. Очень давно. Уже так в серии...
не помню точно, она уже давно у нас есть. Вроде после того, как мы прокакали Райквазу. Это было, в принципе, полсезона назад. Да, где-то вот так. Вот саванна, а это значит то, что тут может заспавниться... Может заспавниться Райкоу, но зараза никак не хочет спавниться. Никак, хоть вы его уговариваете, не уговариваете, никогда он не заспавнится. Заразёныш Шайни. Есть! Я ж пукнул от радости. Сейчас. Новый Шайни у нас будет. Еще один новый Шайни. Я, кстати, всегда любил не вот этих, не семейство Нидуранов, да? Нидуранов. Кстати, мы словили. Но там есть еще одна версия. Ой, да твою нафиг. Там есть еще одна версия этого покемона. Кстати, тоже нам, тоже может будет его словить, если мы, конечно, найдем Шайни, да. Так, круто. Это можно нафиг выкинуть. Потопали. Ты какой уровень? Подойди сюда. А? Так, сейчас мы тебя запинаем. И все-таки не зря мы сюда пришли, даже если мы сейчас ничего не словим тут, уже больше ничего не словим, да, то, учитывая то, что мы словили нового шайни покемона, которого даже, ну, в смысле, у нас даже обычного вот этого покемона не было, а мы уже сразу шайни словили. Так же, как это, например, пару минут назад с мяу там было. Ну, пару, не пару, не знаю, когда это было. Это еще один шайни, или мне кажется? Еще один шайни! Точно такой же! Иди ты в пень, пожалуйста. Пожалуйста, иди ты в пень. Я очень рад, но лучше бы твоя вторая версия, точнее, другой пол бы заспамился. О, бой, это... Два басяндрика, которые находятся друг с другом рядом, очень близко. Да. Но зато сейчас Суйкун все порешает. Суйкун там... Ух, ни хрена себе. Давайте вот так. Суйкун сейчас все порешает. Суйкун сейчас всех натащит, затащит. Это сюда. Это можно назад. Офигеть. Сколько вещичек, но не расслабляемся. 48 уровень. Вот так. Не расслабляемся. Прям между вот этими башками перекинул. А нет, все нормально. Как это вообще круто, то, что так два босса заспавнились рядом друг с другом. Я не знаю, честно. Даев. В принципе, это крутые. Так, давайте вот это нафиг. Так, ну что, боссики, давайте еще, а? Давайте еще. Мне понравилось. Два босса, которые находились рядом. Кстати, один из них был самым крутым боссом, который только существует, да? Если вы, конечно, не знали. Это, в принципе, самый большой уровень. И это очень круто. Это очень... Ой, почему я хуй дума вызвал? Хуй дум, залезай обратно в покебол. А мы полетели на алтарий. Алтария, а ну, опять наколдуй нам боссиков, пожалуйста. Или... Дито. Иди-ка ты сюда. Если вы не знали, ребята, с помощью Дито вы можете спаривать любого покемона. И сейчас, когда мы его если словим. Потому что, как я помню, предыдущий сезон... Не очень он любитель залезать в покебол. Вообще, если честно, не любитель. Вообще не любитель. Поэтому, если у нас, конечно, его получится словить, я буду очень рад. Потому что... В предыдущем сезоне, как я помню, я на него использовал мастербол. Хоть это и была случайность, что я случайно на него его кинул. Но все же. В принципе, мы даже сейчас можем его использовать. Нет ничего такого страшного. У нас на данный момент хватает монеток. И в принципе, даже если у нас не получится его словить левелболами, мы можем потратить на него мастербол. Пускай. Мы купим себе еще один мастербол, и мы... Пойдем словим еще одного Белдума. Потому что, ну, в принципе, сейчас легенд нету. Конечно, бывают такие моменты, когда ты сейчас потратишь мастербол, как только ты это сделаешь, пум, вылезет легенда. Как это обычно бывает. Но будем надеяться, что это не так. И, в принципе, мы сразу же побежим и купим новый. Ну, как видите, он очень большой паскудина. То есть, в предыдущем сезоне он у меня не получилось его словить. Я помню то, что я хоть и случайно, но все-таки потратил на него мастербол. Сэкономили один мастербол.
Неплохо, неплохо, очень даже неплохо. Как вы заметили, ребята, в этой серии у нас уже офигеть как много крутых покемонов и как много шайни покемонов. Шайни Мяут. И не забываем то, что сколько уже боссов заспавнилось, это вообще чудо-юдо. Так, давайте еще поищем, пока серия не закончилась, ребята. Мы можем еще тут немного полетать, мы можем еще тут немного эти пустоши прочесать. Так, смотрим. Нет, вроде никого. Прочесать и попробовать найти еще какого-то боссика. Или. Так, внимательно смотрим, ребята. Ну, вроде я никого не вижу. Или боссиков, или шайни, или может Райкоу. Алло, прием. Может Райкоу все-таки вылезет. Это... Ух ты, Шайни Эконс! Шайни Пипеканс! А Шайни Пипеканс вроде у нас уже есть. То есть Арбок. Шайни Арбок. Я не знаю, это офигеть просто, ребята. Нужно действительно таскать с собой компьютер, потому что, как вы видите... Там-та-та-там-там-там-та-та-там-там-там-та-та-там-там-там. Да, вы поняли, да? На другой стороне реки, там Шайни, не Шайни, а босс Нумил, зеленый. Круто, 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 круто. Где он был? Где он был? Вот он. Там, кстати, еще и покебол есть. Здрасте. Кстати, еще и покебольчик есть, да, Твою мать, он пропал. Эконс, Арбок, паскудина. Из-за тебя мы потеряли Шайни. Не Шайни, а босса. Я уже начинаю, ребята, заговариваться. Не Шайни, а босса. И он, в принципе, мог иметь даже какой-то крутой дроп, лут. Опа, здрасте. Как даже не заметил. Так, кто там есть у нас? Кто там есть у нас? Кто? Мне кажется, больше никого нету. И мы, в принципе, да, ребята, потихоньку можем уже заканчивать эту серию. Сейчас мы еще отправимся на наш остров, потому что сейчас закат, и я хочу еще посмотреть. Кстати, это... Нет, это не босс, это просто... Просто красненькая шапочка у чувака. У чувачки, да? Глум. Потому что сейчас, в принципе, закат, а на закате может и Дратини заспавнится. На закате, ну, хотелось бы, конечно, чтобы еще и легенда заспавилась, но не нам решать, не нам решать. Не хочу я в Алтарио садиться, я Суйкуна вызываю. Суйкун, приходи на помощь. Так, спускайся, спускайся под воду. Смотрим, ребята, внимательно, если заметите Дратини, прям кричите, там Дратини и всякое такое. Потому что Дратини нам очень нужна, я уже офигеть как много времени пытаюсь ее словить. Но, как видите, не очень получается. Не очень получается. Счет за богатня. Вылези наружу и заплывай еще раз. Пожалуйста, пожалуйста, это будет лучшая серия, если еще под конец заспанится какая-то легенда. Пожалуйста, Лугия. Пожалуйста, Кьогр. Ну или хотя бы Дратини, я был бы даже очень рад. Потому что Дратини это тоже крутой покемон. Конечно, не легенда, но все же. Но все же. Так. Это случайно не Шайни Мэджикарп? Это случайно не Шайни Мэджикарп? Это вроде Шайни Мэджикарп. Только как нам его словить? Нужно тренироваться, ребята. Да попади ты ему в жопу хоть в какое-то место. Вот. Круто, Шайни Мэджикарп. Это первый шайни водный покемон, которого мы походу словили в этом сезоне. Потому что, в принципе, очень тяжело найти босса или шайни в воде. Потому что, ну, покерадара у нас нету. И не очень... Жопа зачесалась. Не очень можно даже... Ух, я сейчас умру. Не очень можно даже заметить, есть ли там кто-то или нет. Потому что все-таки под водой. Фиг, что рассмотришь. Ну что, ребята, в принципе, серия уже долго длится, но ради вас, ребята, ради своих подписчиков, я уже докачаю, наконец-то, Гивгонга, чтобы просто в следующей серии про него забыть и больше к нему не возвращаться. В следующей серии мы прокачаем уже, я не знаю, наверное, все-таки Желтиона. Да, в принципе, там у нас есть еще несколько покемонов, которых мы можем прокачать. Поэтому, последний уровень. Последний уровень. Кто хочет стать финальным покемоном, кто... Честь, в честь которого мы прокачаем... Нет, еще не в честь. Давайте вот сейчас. Нет, в этого тоже вряд ли. Ты прям сам на нас напал. Чувак, ты чудо-юдо. Офигеть. Спасибо, Кроконав. Там еще, кстати, Слоупоша Шайни. Или мне кажется. Ребята, Шайни Стартовик. Мать его, Шайни Стартовик Кроконав. То есть у нас будет Шайни... Шайни Фералигатор.
Он выглядит очень круто. Я его, кстати, словил. Так, все, 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 все. Это очень круто, офигеть, сколько шайни в одной серии. Слоу Поша, иди ты в жопенцию. Ты нам не нужен. У нас уже, ребята, кто не знает, у нас уже есть два шайни Слоу Пока. То есть, кто не знает, у Слоу Пока есть две ветки эволюции, поэтому нам хватит и на первую, и на вторую. И первая, и вторая у нас будет шайни. Поэтому, ребята, не беспокойтесь. Все под контролем, все спланировано. Я, в принципе, первый раз вот так лоханулся, когда я пропустил второго шайни Слоупока. Потом, когда я увидел сообщение подписчика, то, что он мне написал, мол, Эдисон, а ты что, забыл то, что у Слоупока есть еще и вторая эволюция? То... Нет, мне показалось, что там шайни. Есть еще вторая эволюция, и 60 уровней, ни хрена себе. И, в принципе... Тебе нужно словить двух слоупоков шайни, чтобы, ну, чтобы у тебя были две эволюции. И я только потом понял, твою мать, так оно и есть. Я, если честно, вообще забыл. Но все же, потом, через несколько серий, или даже в той же серии, мы нашли еще одного шайни, да? Поэтому ничего такого страшного нету. Но вот сейчас, в принципе, он нам не нужен. Так. Пинкавит, вот так давайте. Все, в принципе, все круто. Шайни, Фералигатор, это, наверное, лучшее, что кого мы словили в этой серии. Давайте, в принципе, пойдем быстренько домой и подведем небольшие итоги. Ребята, в этой серии мы словили шайни Кроконава, шайни Маджикарпа, шайни Арвока, обычного Дито, шайни Мяута, шайни Литвика, шайни Роджинроу, шайни Нидоран Мейл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шайни покемонов за одну серию. И Дито, который, в принципе, редкий. Да, я могу его назвать редким. Офигеть. Офигеть. Поэтому, ребята, в принципе, мы действительно уже сейчас с легкостью на душе можем заканчивать эту серию, потому что серия в какой-то степени удалась. Я буду очень сильно рад, если вы поставите за нее лайк, потому что, ребята, я даю вам свое слово, то, что как только мы наберем 1200 лайков, ну, в первую очередь, я скажу большое спасибо, потому что каждый лайк для меня очень важен, честное слово, ребята. Но я сразу же выпущу следующую серию Пикселемона, а если мы наберем, если у нас получится, я хочу в это верить, ребята, если у нас получится набрать 1500 лайков, то в следующей серии я сделаю новый топ покемонов. Ну, или мы активно пойдем искать следующий гид. Да. Поэтому, ребята, все зависит от вас. Не поленитесь, пожалуйста, поставить лайк. Это действительно очень важно для меня. Также не забываем подписаться на мой канал. Как видите, я действительно очень сильно общаюсь со своими подписчиками, и каждый подписчик для меня друг. Я буду очень рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью. Все, что нужно, это одна секунда времени, чтобы нажать на кнопочку и подписаться на мой канал. Это не очень сложно, но за это я тебе еще раз отдельно пожму руку правой рукой, да, и скажу еще раз отдельно, лишний раз спасибо. Да, ребята, всем еще раз спасибо за просмотр, мы прощаемся, но встретимся завтра в новой серии, я надеюсь, что вы придете ее посмотреть. Всем удачи, ребята, и всем пока.